Сегодня у меня родилась цветочная фея из Фоамирана. Туфельки у нее выполнены в виде листиков. На туфельках и на платьишке цветочки, бабочки. Фейка с крылышками, она у нас летает. В ходе создания цветочной феечки у меня появилась идея создать композицию из такой же феечки, которая летит, и у нее из рук выпадают тюльпаны. Из этого мастер-класса вы научитесь изготавливать бутоны тюльпанов, тонировать, изготовите цветочную феечку и соберете в композицию. Мастер-классы по цветочной феечке и по цветочной феечке, у которой из рук сыплются тюльпанчики, можно приобрести, пройдя по ссылочке под видео.